Для главных виновников торжества – студентов. В фойе кинотеатра «Искра» была организована вечеринка в футуристическом стиле. Организаторы праздника учли все детали – от костюмов ведущих до оформления фотозоны. Есть баннер из дошираков, мне кажется, здесь даже рассказывать нечего. Есть баннер просто самого мероприятия. Также артхаусный диван, совмещенный в стиле ретро и ретро-фьючи, если можно это так назвать. Даже ретро-апокалипсис. Здесь все в большом таком атомном апокалипсисе, даже по мне видите. На ежегодное мероприятие были приглашены студенты Московского регионального социально-экономического института, профессионального колледжа Московия, а также учащиеся выпускных классов. Школьники – это также потенциальные студенты, то есть многие поступят в университеты, многие поступят в колледжи, и они благодаря нашему мероприятию смогут чуть-чуть разгрузиться перед экзаменами, у многих экзамены на носу, также зимняя сессия. По традиции торжество началось с церемонии награждения. За успехи в учебе и за активную, социально значимую творческую деятельность лучшие студенты были отмечены грамотами и благодарственными письмами. У нас в этом году их 22 человека, причем с очень интересными проектами. Уже есть у некоторых свои авторские проекты, которые у нас есть студенты, которые учатся и работают. Среди награжденных активистов и отличников Валерия Борейко. Студентка второго курса факультета коммерции и бизнеса, удачно совмещает учебу и общественную деятельность. Валерия – председатель студенческого совета при своем институте. Я поначалу думала, что будет очень сложно учиться, потому что МРСИ очень серьезный институт, и говорили, что будет сложно. Да, во многом есть сложности, но я думаю, ничего не мешает совмещать в этой жизни. Можно и гулять, и работать, и учиться. Главное все делать в меру. Ну и поддержка, конечно же, от всех, от института, от преподавателей, от родных. Это очень важно. Студенческий период – наиболее значимый для накопления знаний и повышения уровня эрудиции. И, как отметил глава городского поселения Видное, Моисей Шмаилов, это еще и пора новых знакомств и обретение крепкой дружбы на долгие годы. Удачи в жизни. Пожелать, чтобы у вас учеба закончилась результативно, с хорошим положительным таким результатом, чтобы вы могли приобрести ту профессию, которую хотите, а главное, чтобы были полезны своему обществу, чтобы были полезны нашему городу. Студенческие годы – это взрослая и полноценная жизнь, еще не ставшая рутиной. Это безграничные возможности для выбора своего пути и сознание того, что все дороги на свете открыты для тех, кто решительно и целеустремленно смотрит в будущее. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.